И снова всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Goldie Roblox, и сегодня у нас новая игра, мы будем играть с вами в Blocks Bark. И да, эта игра, ребятки, платная, она стоит 25 робуксов. Вот, я ее открыл и спешу для вас сделать скорее новое видео. Погнали! Вот мы вошли в игру, нам предлагаются домики какие-то взять, всякие вон такие, американские, очень похожи на американские домики. Ну да, я их листал, но только потом увидел, что они все платные, и только первый домик у нас бесплатный для нас. Так, это походу спрашивают, где вы хотите поставить домик. Нажмем рандомно, появляется наш домик. Давайте же поскорей посмотрим его. Так, тут всякие рекламы, короче, купите машину, там бла-бла-бла, за робоксы. О, каждый день надо будет заходить, дается деньги, смотрите, 100, короче, баксов нам прилетело. Вот наш чувачок, кстати, я себе подкупил еще на плечо такую уточку, короче, наверное, оставлю ее, прикольно, и очки. Ну, она уточка немножко там с этой ящерицей конфликтует, так сказать, текстурами, ну, ничего страшного, оставим. Так, давайте ознакомляться, это стоит чувак, короче, который можно поговорить, вот это, походу, наш дом. Открываем. О, такой неплохой, уютненький, прикольный домик. Так, что у нас тут есть? Фух, кто-то пиццу хавал. Что ж ты, Голди, поел пиццу и не убрал. Так, помоем руки. Всегда, когда приходим мы с улицы, моем руки. А, еще я себе рот изменил. Мне тот не сильно нравился. Вот этот с улыбками будет получше, поярче. Так, руки помыли, отлично. Так, давайте закроем дверь, чтобы никто не пришел сюда. Пиццу он, походу, ничего. Ой, что он как лазит, так смешно, как обезьянка. Пиццу он не может брать, ничего не может. Так, ты... О, стакан воды давайте возьмем. Попьем. Так, пьем водичку. Ммм, какая вкусная водичка. А что в холодильнике у нас есть? Что похавать есть? Так, о, тут можно, смотрите, блин, тут еда какого-то фига платная. Вода бесплатная, молоко вот $1, например. Ладно, выпьем стаканчик молочка. Прикольненько, вкусненько. Так, книги. Что-то по книгам, давайте посмотрим. Короче, я так понял, тут можно это... О, боже мой, мы включили телевизор, слушайте. О, у нас новый скилл появился, смотрите. Короче, тут надо вот... Просто это как когда-то игра была Sims, типа. Ведешь образ жизни и, короче, читаешь, купаешься, туда-сюда, все дела делаешь и, как бы, скиллы себе зарабатываешь. Оу, это какие-то новости, очень интересные. Посмотрим, вот так наш дом выглядит. Не-не-не-не-не-не, очень интересно рассказывает. Так, что здесь у нас? Туалет. Конечно, как же без толчка-то, ребятки. Сядем, подуемся. Вот наши скиллы, которые нам, короче, добавляются. Гигиена. Гигиена и еще что-то. Так, обязательно смыли после себя. Ха-ха. О, нас зовут на какой-то пати. Что делать? Идти на пати или не идти на пати? Ладно, полетели, посмотрим, что за пати. Итак, мы появляемся. Походу, это домик этой чувихи, да, я так понял? Да, вот ее почта, смотрите. Kitty Cash 463 House. Вот ее почта, и она стоит, что-то тупит такая. Ну что ты, пригласила? О, ей можно дать деньги, мы не будем давать. И можно с ней отношения делать. Смотрите, можно гость или никто. Так, что она? Она нас в дом не пускает пока что, да? Давайте попробуем еще раз. Change permission co-owner, то есть совладелец дома. Это я что-то взял, они говорят, вы типа, это позволит ей получать ваши деньги. Не, подруга. О, пропустила нас в дом, давайте пойдем посмотрим. У нее, походу, такой же самый дом. Ха, смотрите, мы перед носом закрыли дверь. Ладно, заходи, это все-таки твой дом. Что-то она тупит. Какая-то она странная. Пригласила нас на праздник. Так. Я, честно сказать, поначалу подумал, что это мой дом. И так лихо себя тут вел. Смотрите, она в окно смотрит на нас. А, мы ногами по ее кровати ходим. Ха-ха. Может, она уже там злится, смотрите. Так, хороший у тебя дом, Кэти. Очень похож на мой. Кстати, по-моему, такого вот на стене нет у меня журнальчика. Так, шкаф со шмотками, все стандартно. Лампа выключается. Эй, что такое? Она, походу, видите, ей не понравилось, что мы лазим в ее доме, она нас выгнала. И давайте еще раз попробуем туда пойти. Да, хорошо, пошли вместе, окей. Открывай дом. Так, заходим. О, такой пончик стоит, у меня в доме не было. О, по телевизору то же самое.
О, может, мы его покупаем? Эй, что так? Короче, видите, нельзя у нее там сильно. Ладно, что-то мне она не сильно нравится. Давайте возьмем, изменим статус, что она гость. Или я гость, или она гость. Ну, ты пригласила меня на пати, что дальше? Где пати? Где? Где музыка, танцы? Где вкусняшки? Ладно, короче, мне она не понравилась. Уходим в наш дом. Подождем-ка, пока погрузится. Итак, мы появились в нашем домике. Кстати, наш домик сейчас стоит 7542 доллара, если мы захочем, например, продать. Если мы потом купим другой дом покруче, то этот можно продать. Ой-ой-ой, у нас там все. О, давайте погуляем, посмотрим, что тут. Ух ты, тут какие-то, смотрите, олигархи живут. Венни-бенни какая-то. О, давайте позвоним к ней. Смотрите, она вон там стоит. Что-то она там оп стоит. Сейчас мы с нее орать будем, давайте. Ха. Потроллим ее. Эй, открывай, тебе гость пришел. Ну, домяра у нее крутая, блин. Она такая пишет, хай, типа, спрашивает, что ты хочешь? И стоит, боится, у нее коленки трусятся, смотрите. Открывай! Мы хотим посмотреть твой дом. Еще раз звоню, говорю, открывай. Вот он я, красивый, смотри. Ванни-бани, открывай, говорю. Блин, интересно, сколько она денег отвалила? О, она спрашивает, что тебе нужно? Мне нужно просто посмотреть. О, у нее, смотрите, трубка там висит. Короче, дом крутой, там системная охрана. О, она нас выкинула, смотрите. О, заблокировала нас. Видите, все, она поставила нам, типа, плохой статус. И мы даже не можем к двери подойти. Крутая чувиха, смотрите, джипан. О, у нее такие электрожалюзи, смотрите, открывает. Так, это ее почта. А ну пусти нас, я теперь даже не... Вон у нее там задний двор, там всякие приколы у нее много. О, вышла на улицу, смотрите. А я не могу с ней даже туда подойти, теперь позвонить. Она пишет, пожалуйста, уходи. Что ты боишься, господи? Мы ж такие веселые, хотели поиграться. Говорит, уходи. Ладно. Но мы еще к ней вернемся, будем ее теперь постоянно будем троллить. Ха. Так, пошлите посмотрим еще какие дома есть. Вот, короче, она территорию дома полностью, видите, такая темная стенка. Луна, короче, ночь, все. Может, она испугалась, что мы ночью к ней пришли, не знаю. О, тут еще какой-то домик, смотрите, тоже такой прикольник. Это у нас кто такая? Джанья. Блин, и у всех машины есть, у всех дома такие крутые. У нас, конечно, будка пока не к черту. Ну, потому что мы только начали играть, у нас все впереди. Так, бежим дальше к домику. И давайте посмотрим, что мы можем еще в домике поделать. О, у нас этот все канал отключен. Может, что он постоянно одно и то же? Может, давайте попробуем изменить канал? О, это поинтереснее будет. Смотрите, музычка. Ту-ру-ту-ту-ту. Круто. Ну, помоем еще раз руки, а то мы там ходили, звонили в звонок той соседки. Вот нам опять скиллы идут всякие, вернее, это опыт, что мы там гигиена, все дела. Так, руки мы помыли. И что еще поделаем? Давайте, наверное, скупнемся все-таки. А то мы не успели у той на пати. Во, какая водичка хорошая, тепленькая. Круто, волосы помоем. А утенок как раз в тему стоит с зонтом, смотрите. Да, прикольно. Так, шампунем помыли, все дела, все. Все, надо давай выходить уже, хватит купаться, вот так. Вот такие мы теперь красивые, чистые, помытые. Так, давайте посидим тут. О, опять нас на пати зовут. Не, не хочу на пати, туда долго лететь, и там какие-то тупые все пати. Что можно пахать? Короче, смотрите, на столе стоят фрукты, вроде как мои, но чтобы их взять, нужно заплатить. Например, яблоко стоит 2 доллара. Ммм, вкусное такое, спелое, красненькое. И вот нам пошла энергия, пошли гигиены, всякие скиллы. Давайте попробуем банан еще схавать. Так, опять 2 доллара банан. Ну и цены у вас. Прям со шкурками схавали мы банан. Молочага. Может, что-то приготовим прикольное? Что у нас в холодильнике есть? А ну посмотрим. Так, взять ингредиенты нажмем. Ох, там тортор такой стоит. Так, у нас есть хот-доги, есть какой-то кейк за 10 долларов.
Кстати, у той чувихи он на столе стоял. Вот, смотрите, мы взяли какие-то хот-доги будем делать. Хавать я его не могу. Пишется, что, короче, походу надо приготовить еще или что. Может, на стол можно поставить? Не, не ставится. О, смотрите, слышали, машина завелась. Это вот та чувиха, которой мы орем, уехала. Ну же, дверь, открывайся. Блин, а куда она поехала? На работу, наверное. Уже же расцвело. Кстати, да, о работе. Нам тоже надо скоро какую-то работу найти. Тут, чтобы, короче, зарабатывать деньги, я знаю, надо работать. Там всякие специальности, вакансии есть. Короче, ждем, пока нас пригласят на работу. О, вот оно, вот тут. Короче, жарим наши сосисочки. Шкварчат. Во, берем такую ложечку, переворачиваем сосисочки. Может, потом мы сможем их уже хавать? И сколько у них будет жарить? Так, до сих пор хавать не могу. Что-то непонятно, что-то надо помощь друга. Если вы, ребятки, знаете, как тут правильно вот это вот приготовить, да и схавать это, напишите, пожалуйста, в комментариях, подскажите. Может, перед телеком надо сесть так чисто похавать, как тоже не канает. Что еще делать? Куда? Может, тут где-то? А, вот у меня плакат другой висит, видели? О, что это я такое нажал? Buy new какой-то слот новый за роблоксы. Не буду я их пока тратить, роблоксы нам пригодятся. Так, выходим отсюда. Вот, я говорил, плакат у меня классный висит, с рыцарем такой. По-моему, такой рыцарь у меня на... О, да, кстати, можно поспать немножко. Спим вот так, уже расцвело. О, нам добавляется энергия, видите, эффекты. Короче, на улице светло, лампы все горят, а мы чуть-чуть вздремнули, поспали. Так, ну что, на работу нас будут звать или не будут? Как тут? Вообще, в чем смысл игры? Это мы пока не берем. 400 роблоксов стоит машина и куча денег. Что тут надо делать, не понимаю. Может, надо с ним еще поговорить разочек? Он говорит, давно пожаловать в Локс Бар. Так как вы новые, я могу с вами поговорить. О, есть, нам пишут, новый день настал, типа, пора на работу, вы хотите? Я говорю, конечно. Так, давайте с этим закончим. Вот, вы... О, круто! Короче, выбрать, кем можно работать. Смотрите, кассир. Вот это вот, да, кассиром в Макдональдсе. Парикмахер был, механик. Пицца... Короче, делать пиццу. Потом есть рыболов. Продавец мороженого. Это, походу, на складе работать. Это кассир магазина. Ого! А тут, типа, по дереву работать. А это какой-то... В шахту, может, в шахту. И остаться без рабочим. Так, я, ребятки, склоняюсь или на авто СТО, короче, машины люблю ковыряться, или рыбалочку. Давайте сегодня начнем с рыбалочки. О, вот появился наш чувак. Короче, смотрите, как круто нас одели. Такой рыболовный костюм, короче, в руку дали удочку. Так, тут скамейка посидеть нам не нужно сидеть. Тут вот парковочные места такие. Тут вот очередь какая-то. Короче, походу нету тут рабочего. Видите, мороженое никто не продает. И они стоят, ждут. Ну что, попробуем как тут забраться. Вот так я сюда нажимаю. Так, ждем. Ждем. Он клюет. А, как вытягивать-то, я не знаю. Как подсекать, кто знает, ребятки. Если знаете, подскажите в комментариях. И вообще напишите, вы играли в эту игру? Она платная. Получалось ли у вас ее открыть? И что тут надо вообще? Домик покупали какой-нибудь крутой? Так, ну короче, я решил эту рыбу так в рукопашку ловить. Или просто проплаваем, посмотрим, есть ли где-то рыба. Ну, честно сказать, о, нам вон эффекты идут, там энергия, плавание, мышцы, короче, подкачались. И, честно сказать, я поплавал, рыбку не увидел. Давайте попробуем тут спирса ловить. Так, залезли. Закидываем, во. Итак, ждем, пока клюет. Клюет, давай, Голди, давай, подсекай. А, прозевали. Давай, Голди. Вот, я понял, как, короче, подсекать. Просто нажимаете прыгать. Он прыгает и, видать, дергает рыбку. Давайте еще одну попробуем. Ну уже. Давай, прыгай. Есть, красненькая какая-то. Прикольно, слушайте, а работать не так-то и легко. Ну так, всегда работа была сложна.
Так, еще одна рыбка. Это у нас уже третья. Так, давай еще. Немножко половим там, потом продадим. Будем искать, где продавать. Прозевал поклевку, ё-моё. Давайте еще разочек. Главное не прозевать поклевку. О, есть. Опять нас на пати зовут. Не, не хочу. Не хочу на пати. Я сегодня на работе, занят. Так, еще поклевка. Ю-ху! Круто. Короче, утенок на плече вообще огонь. Мне так нравится. Давай еще. А куда, интересно, рыбку складывают, ребят? Что, в карманы, что ли? Просто. А ну, залезу вот сюда на заборчик. Попробую отсюда. Может, больше рыба словится. Да, ну, рыбак прикольный у нас такой. Смотрите, красивый. О, еще полосатенькая какая-то. Видели? Так, еще. Ну, еще пару рыб словим. Наверное, все. Там на заднем фоне что-то джип, я такой вижу, подозрительный. По-моему, тут где-то гуляет вот это. О! А, вот она, смотрите, вот эта перепуганная. О, привет, подруга. А, смотрите, как она от нас убегает. Давайте ее троллить, троллить. Иди сюда, ты, нубяра. Что ты там боишься, что ты нам дом свой закрыла? Давай, давай, догоняй. Сюда иди, сказал. Смотри, я рыбак, давай знакомиться. Смотрите, она быстро садится в свою тачку. Давайте и мы сядем. Оу. О, вези нас. Эй, куда ты убегаешь? Давай, да что ты очкуешь? У-ху, капец, вот это какая-то вообще перепуганная по жизни. Ну, что-то она нас полюбила, я смотрю так. Только нас видит, сразу всматывается. Так, вот это чувак, походу, какой-то, которому, наверное, можно продавать рыбу. Давайте с ним попробуем поговорить. Так, он говорит, это он рыбак тоже. И это у него, то есть вот это можно спросить, где я могу словить рыбу. Ну, короче, я не вижу, чтобы у него можно было продавать рыбку. Вопрос, куда сдавать рыбу? Куда, где получить деньги за нашу работу? Давайте тут еще одну словим. Пока думаем, где сдавать, можно еще половить. Есть еще одна рыбка. Там, походу, пляжик, вон эти зонтики стоят. Прям с берега клюет. Смотрите, походу тут много рыбы. Эй, где поклевка? О, есть. Красненькая. Ну, мы уже штук 10 словили рыб. Без машины, конечно, плохо. Так, это я пытаюсь найти, где же продавать рыбу. Тут вот дом. Домой мы пока не полетим. Давайте еще раз с ним поговорим. Что так? Он говорит, где можно ловить рыбу? Или сколько ты уже рыбаком? Сколько лет, короче... Или просто сразу говорить goodbye, пока. Блин, как же тут найти, кому рыбу сдавать-то? Какая-то работа странная. Ловишь, так сказать, что хочешь, да и все. Так, ну походу не... Нет, не с ним надо разговаривать. Давайте походим, посмотрим, что тут еще есть. Вот тут на мороженое. Эти люди какие-то тоже отмороженные, стоят на месте, не двигаются. Так, вот тут сейчас попробую разобраться. Build mode, нет, go to house. Что вот здесь? О, вот тут вот. О, work, вот есть, типа работа. А, вот есть, смотрите, я заработал $112, моя работа уже 4,5 минуты. И мы нажимаем закончить работу сегодняшнюю, и мы получили первый пейчек. $112. Уу! Пейчек это тут в Штатах, в Америке. Зарплату платят пейчеками такими. Ты потом идешь в банк, обналичиваешь этот чек, и тебе на карточку идут деньги. Итак, мы на сегодня закончили наш shift. Ого, опять это перепуганное, ну капец. Закончили нашу работу и пришли к наш в дом. Давайте опять попугаем эту перепуганную. Эй, ты куда собралась? А он она пишет что-то она. И, короче, решеточка, наверное, плохие слова на нас говорит. Смотрите, что-то пип-пип-пип. Ты умеешь нормально разговаривать? Венни-бенни. Короче, какую-то подругу себе притащила. Какие-то перепуганные девки, короче. Да, но наш домик на фоне вообще не смотрится. Такая халупа, конечно. Говорит, сталкер. Она на нас гонит сталкер. Ха-ха-ха. А что там мы сталкеры? Мы не сталкеры, она нормальный, веселый парень. Хочет с вами подружиться, познакомиться. А вы перепуганы какие-то, вообще потерянные, боитесь всего и вся.
Так, мы с вами заработали $112, ни много ни мало, ну, немножко казну пополнили. Да, я смотрю, у нас там показатели уже такие, он голодный, уставший, скоро пойдем спать. О, боже мой, как она это делает, смотрите. Эй! Короче, попрыгала на машине. Эй, это что за девка бегает? Привет, подруга. Не хочет с нами тоже. Так, вернулись в наш домик после рабочего дня. Почему бы не опять? А, обязательно моем руки опять. Наверное, что-то перекусим и ляжем спать. О, еще тут, я еще не делал такое. Смотрите, можно зубы чистить. Так, прикольненько. Вон, эти, зубная паста во рту. Все как полагается. И потом у нас вот скиллы идут опять, эффекты, гигиена. Музычка шикарная играет. Ну что, мы классно поработали, короче, пришло время и поспать, наверное. Так. О, нет, давайте все-таки выключим свет, чтобы было лучше спать. А, там, вот, выключил, да. Ложимся спать, будем отдыхать. Ну что, ребятки, мы с вами круто поиграли в эту игру новую. Вот, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди еще очень много интересных всяких видео. Голди Роблокс говорит всем пока-пока.